Всем привет, ребят, с вами я, Пьяный Мелон, и сегодня вторая часть машиниста Мелон Плейграунд. Я не буду тянуть время, и мы начинаем. Кстати, спасибо всем за 1000 подписчиков. Ну и первым же делом я сел и запустил двигатели. Поезд прогрелся, и я поехал. Как только я выехал, я увидел, что на дороге стоял снеговик. Ну что я с этим снеговиком? Он хрупкий. Я смотрел на него, и он испарился у меня на глазах. Дальше я увидел чела, который закладывал бомбу на рельсы. Но я взял, каркнул в него, и он упал на свою бомбу. И рельсы не взорвались, потому что взорвался он, а не рельсы. И он улетел покорять космос. Только я поехал, я увидел, что там падали бутылки. Мне было очень жалко их отбивать. Вдруг я увидел Мишку Фэнди и его банду, они сломали мне поезд, и он взорвался. Но там был тупик, и поезд сошел с рельс, а потом упал. И в итоге я не получил денег. Ну и пофиг, зато у меня есть мои дорогие подписчики, которых я очень люблю. Спасибо вам за 1000 подписчиков, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, но я буду с вами прощаться. Если хотите третью часть, то ставьте лайк. Если видео наберет 10 лайков, то будет третья часть.